элегия пришествия. Он в кухне говорит о чем-то с женой, он в майке выцветшей напротив черного окна. Я для отчета перед собой записываю вирши, едва стряхнув лохмотья сна. Как будто это кадры фильма, просмотр, где я единственный, уставясь в крапчатый экран, почти насильно смотрю и вижу. Друг мой незабвенный, вернувшийся из дальних стран. Ему дана неделя, бледен, он ходит, взяв квитанцию, он должен заплатить за свет. Блокнот мой бредень, которым я вылавливаю танец в лохмотьях сна, точнее, след движений. Муж, за ним по кругу жена, тарелка с трещиной, на ней кусочек хлеба, нож, я вижу другу. Нехорошо, очкастый, отрешенный, он слишком на себя похож. Вот, я могу его потрогать, когда бы не театр теней, не странная брезгливость, не сосновый деготь сна, непонятное в нем тяготение проснуться, выскочить вовне, не радость тайная, что это реальность, что и ты придешь когда-нибудь издалека в такое лето, где эту ручку и блокнот увидишь, и оживет твоя строка. Он до неузнаваемости в майке напротив черного, он весь мне утешение и страх. А вот ремарка перед тем, как опуститься занавесу и буквам разбрестись в потьмах. Он умер и давно истлел в могиле, стоит, квитанцию в горсти зажав, он должен заплатить за свет, за то ли, что иногда их отпускают в гости, и можно умереть, но жить.